Еще раз так сделаешь, накажу. Колени пошире, цени. Так, пошли еще здесь, еще секунде. Там и он. Чуть-чуть здесь делает. Пошире делает. Не, оставь. Просто не здесь. Оставь. Уходи сюда. Там. Сюда. Мате, сейчас. Партер, Сус или Жос. Айсигурари и на поль. Страховка назад через партнера. Одной рукой держимся. Пошли. Одной рукой. Не надо. Аккуратно. Молодец. Кто еще хорошо? Саша хорошо. Артур. Да. Так, пошли. Да. Асигурация на инке. Ой, на пой. А вы по... Пошли. Хорошо. Мате, сейчас партнер становится. Вы пролезаете между ног и поднимаетесь по очереди. А между. Оп, кто быстрее? Еще раз, мальчики, вы сюда. Пошли, армейское упражнение. Армата. Давай, через троих сразу, Саша. Саша, аккуратно. Еще разочек. Все, еще. До здесь секунды. Еще раз. Мате, вернулись назад. Саша, аккуратно там стулья. Пальчики размяли. Я беру печеру. И вы медленно мыли. Пожалуйста, аккуратно там. Хорошо, Мате, пошли туда. Следующая экзерчица. Значит, что? Сесть на партнера, партнер за ножки и сюда бежим, обратно идем. Опа, прокатили. Лошадка, да. Как лошадка? Хорошо, Мате, ушли туда. Значит так, партнер в высоком партере, вы поворачиваетесь спиной,
Раз, и ложитесь ему на спину. А он, нет, сюда лицом. Ты ложишься ему на спину. На спину ложишься. Он едет, тебя откатает. Или так. Да, можно так. Вот, вот так, как они слышат. Сейчас! Ушли туда. Значит так, первый номер становится высокий партер, но не прямо вот так. А второй номер становится перед ним. С головы делает стойку на голове и переворот. Вот смотри, делай стоечку и через него раз, вот так. Ближе, стойку на голове, стойку кукапа. Маты, ушли туда. Следующее. Партнер, вы ложитесь, но спинарем. Спинарем. Но бурты, спинарем. Нет, нет, высокий партер, партнер, высокий партер. Партер суд. Ну, встань лицом ко мне. А ты ложишься. На, да. Вот так, спинарем, вот так. Чехарда. Чехарда. Прыжки через партнера. Да.
руки правильно уберешь, вот коленки согнул, ручки здесь. Если ты на него бросишь, он закроется. Еще раз. Фиксая. Нужно брать полотенце с собой. Да. Фиксая. Сбоку. Захват. Раз. Достали клетку. Два. Здесь руку не так держи, а подмышку. Вот отсюда. Хоп. Свисток. Вы отпускаете. Ложитесь. А Сашеньки. И смотрите. Ручки, ножки. Вот. Саша делает. Хоп. Фиксирует. Вот она разговаривает. Еще раз. Свисток. Саша отпускает меня, ложится, я встаю, и у него ручки голову. Можно взять отсюда, можно подмышку взять, можно ручку чуть-чуть как бы согнуть, и вот отсюда. Отсюда обязательно курточку. Понятно, да? Все, приготовились. По свитку, по свитку, баскетбас. Иди сюда. Приготовились. Стоп, 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 стоп. Ты переходишь вот туда. Вот туда. Ливер. А, не ливер, все равно. Вы вдвоем вот туда. Вот туда. Миша, вот сюда. Миша, Лич. Вот туда. Вот вас ваша мама. Так, левый. Да. Любой. Аид. Аид. Вы вдвоем. Перейдите на их место. Так, внимание. Внимание. Баскетбол. Поменялись. Так, Катавицкий ко мне. Ты мне уже достал. Смотри, все, все поворачивайся. Не знаю. Поменялись. Баскетбол. Быстрее, белое поддержание. Петко, ну защищаться. Приготовились. Поменялись. Ну сколько можно быстрее меняйте. Поменялись. Вот в эту дыру, блин, я вообще в шоке. Поменялись. Вот два тупые. Блин, я в шоке. А ты стоп, сели на колени. Вы остаетесь, Андрей. Вы остаетесь. Посмотрите, как они меняются, каталисты. Посмотрите, поменялись, как вы меняетесь. Все! Они отпускают, встают, переходят. Поменялись еще. Но, чтобы это было лучше, Андрюша, посмотрите, что нужно сделать. Что нужно сделать? Надо ножки поднять и сделать хоп движение. Делают, оп поднимают, раз сделают, оп. И то есть с этим перекатом и делают. Пошли перекатами делаем. Вот. Нет. Циня, Сайкоми. И перекаты. Пошел. Раз. Второй номер. Ножки поднял, Андрей, делаешь. Оп. Следующий. Ну держи захват. О, Матей. Иди сюда. Макс, иди сюда. Ложи. Ножки даже не сразу. Не сразу не перекатывай. Посмотрите, вот, поднял ноги и пошел. Смотрите, раз, ножки поднял, два, оп, оп, понятно, схадживаем. О, блин, как тяжело. Пошли. Пошли, перекат. Пошли, уно, два,
Hop! 9! 10! Хорошо, Матем. Следующее упражнение. Макс становится в стойку. Андрей ложится на спину. Сценарий. Ногой к нему. Значит, уходи назад. Уйди назад. Твоя задача забежать вправо или влево и сделать удержание. Не стоп. Не разрешаю прыгать на партнера. То есть локтем, коленом. Просто опускайтесь аккуратно. Старайтесь забежать и зафиксировать удержание. 1, 2, 3 секунды. Отпускаете. Становитесь туда назад. Он говорит, как же мы? И снова. Когда поменяться, я скажу. Приготовились. Тренер, можно крутиться, но не ложиться на живот, только на спине. Руками, ногами защищаемся. Пошел первый. Каталинский, стойка. Стойка! Еще раз. Маш, стойка. Я сказал, только спина. Пропустил, ничего страшного, он еще раз. Саша, зашел со стороны ног. Ложись. Мате, второй номер. Приготовились. Второй номер. Отжимаем. Маты, приготовили, поменялись. Хаджиме. Артур. Мате. Поменялись. Приготовились. Артур, поменялись. А, ты был внизу, да. Все, Андрюха, в стойку. Так, Саша, только на спине лежать, только спина. Николай, стойка. Мате, встали. Сложили вот так пояс. Катовицкий, иди сюда, получи. Где пояс? Возьми у меня. Быстрее. Харит, иди. Положили за себя. Встали. Стойку. Лапичали. Сложили, положили за собой. Андрюшенька, вот так складываем и ставим за собой. Очень далеко не на ней, не, Николай. Вот 2 метра. Куда? Туда. Туда, так дальше, дальше, туда, туда, нет, еще туда, подальше от них. Задача, эй, забрать чужой пояс и свой не отдать. Борьба за чужой пояс.
Готовы? Пошли, боремся. Все, снова встаем опять. Миша, стоп. Матей. Все смотрят на меня. Зачем так далеко? Поставь ближе. Ты на них упадешь. Ближе поставь сюда. Готовы? Хаджины. Правильно. Правильно, что ты хочешь? Правильно, любыми способами. Держи его. Не пускай. Тащи его. Не пускай. Молодец, что ты есть. Еще раз. Хорошо, вот ты одели пояса. Одели пояса. Одели пояса. Чей телефон? Арбузки. Макс. Арбузы. Да, слушай. Алло. Все? Видите, как тренер. Сразу все сделал. Так. Одели пояса? Да. Одели пояса. Завяжи. Значит, еще раз. Ваша задача. Видите, да? Когда мы боремся, не становишься. Когда мы боремся, мы должны захватить за отворот. Ну, а для того, чтобы это было явно видно, что это, ваша задача вытащить. Отворот один, второй, пол. То есть вот эти два отворота, да, нужно вытащить из пояса. То есть закрываешь и стараешься отворот вытащить. Раз сюда, вон. Оп, вытащил, значит выиграл. Хаджин. Матэ, послушайте меня внимательно. Партнеры не бой, сейчас только в стоечке. Значит, Катавинский, перейди к даму. Даниэла. Так, ты попробуй, я буду менять. А ты попробуй с ним. Готовы, да? Пожалуйста, вытащишь. Сначала один отворот, потом другой. Не держать, стой.
Матея, следующее задание. Первый номер ложится, не убегает. Второй номер становится со стороны головы на колени, в сценарии. Значит, я держу соперника, а соперник должен пройти, сделать мне. Нет, ну. Ложись на спину. Посмотрите, видите, Андрей и Макс. Максим защищается руками. Только руками. Не убегает еще руками и ногами. Андрей должен, посмотрите внимательно, он пробить должен. То есть он пройти туда, сделать удержание. Зафиксировал 1-2 секунды, отпускает. То есть получается так. Стоп. Иди сюда, Андрей. Посмотрите внимательно. Посмотрите на меня. Знаете, то есть я защищаю, я не даю ему сделать удержание. Стоп, отпусти, отпусти меня. Посмотрите, как мои руки стоят, да? Теперь я показываю что? Я показываю что, Все на колени. Посмотрите дальше, Вот мои руки. Я могу сюда пойти, Делаю удержание. Вот смотрите, он делает. Видите, раз, убрал. Сядь на колени. Боец, сел на колени. Еще раз. Посмотрите, как руки. Делаю. Посмотрите, он с этой стороны, значит, я его раз сюда сбиваю. То есть или сюда, или сюда. Вот ручки держать. Отсюда. Со стороны головы начинаем. Со стороны головы. Я говорю, со стороны головы ставь. Со стороны головы. Рука. Ну. Матео. Баскетбол. Приготовились. Мешано со стороны головы. Со стороны головы. Пачиваем. Пачиваем. Миша, сколько можно держать? Миша. Эй, Мишаня. До секунды, уну секунды снова. И давай ему возможность чуть-чуть защититься. Чуть-чуть право. Сейчас посмотрю на вас. Не вижу улыбки. Вот. Сергей Анатольевич! Серега Григорий! Слушайте меня сюда внимательно. Это упражнение, которое позволяет вам... Тренер говорит, что нужно делать. Встань сюда. Вот посмотрите, я буду с левью бороться. Ложись. Посмотрите. Первое что? Я могу на него броситься, я толстый, правильно? А ему должно быть интересно. Тогда и мне будет интересно. Защищаешься. Вот, я стараюсь, ну защищайся, что ты, полностью. Я стараюсь немножко раз, чуть-чуть руку убрать, отсюда пройти, защищаться нужно, вот, не впускать, стараюсь сюда пройти, то есть, пол силы я работаю, ага, бросай, что вы бросали? Это игра в борьбу, игра, а когда вы деретесь, это уже не борьба, это не интересно, драться надо на соревнованиях, а на соревнованиях вы, здесь вы должны играть, понимаете? Вот если ему интересно, значит мне интересно. То есть чуть-чуть сюда ручки убрал, сюда.
Чуть-чуть сюда показала, чуть-чуть сюда. И делайте быстро. Ему интересно будет. И ему. И одному, и второму партнеру. Аджуэн, пошли. Пройти на удержание аккуратненько. Со стороны кукапа. Со стороны головы. Да, ты большой, поэтому аккуратненько, да. Баскетбас, второй номер, номер боля. Пресс нужно качать, руки нужно качать. Пресс слабый, ногами не защищаешься. Машенька, там. Матвей, на одной шее крестить ноги нельзя. То есть вы можете держать одной ногой шею, да. Но можно вот так ноги поставить. Но нельзя крестить и вы, например, это. Сейчас асайкоми верхом, сверху. Значит, еще раз. Сверху. Миша, иди сюда. А, нет, дай мне ходить сюда. Ложишься на спину, головой вниз. Посмотрите, я сажусь сверху. Отсюда очень хорошо боять здесь правила, да? Отсюда. Поп-поп-поп. Закрывай, ну что ты лежишь? Вот. Да? Знаете что? Я могу сделать отсюда удержание. Раз, прижался, это удержание. Эй, ваша задача сейчас. Что? Здесь сверху. Потому что между ног, подзудомье считается. Грэпплинг, джиу-джитсу, самбо, дзюдо. Сверху. Дзюдо. До 10 секунд. И пон. Самбо. До 10 секунд. Паттерн балл. Лухта-лидеры. Сверху сел. Что? Чистая победа. Классика. Чистая победа. Что у нас? Грэпплинг. 3 балла. 3 балла. Джиу-джитсу. 3 балла. Отсюда можно разные приемы делать, когда он защищается, да? Можно отсюда раз ручку поставить сюда и отсюда, оп, болевой сделать. О, боять без правил, все, это уже задница. Ты как бам-бам-бам-бам-бам, и все, и забил. Поэтому отсюда, значит, что? Я даю задание. Одной рукой вы держите шею, вторая рука здесь. Хаджима, я меняемся, баскетбат, садишься, посмотри. Раз, он сел, одной рукой за голову, одной рукой здесь, держи, вот так. Баскетбат, баскетбат, ты ложишься, я сажусь сверху. Приготовились? Итак, удержание со сменой. Первый номер, сверху. Хаджима делает удержание, второй не сопротивляется. Ну, ну лук ты. Фиксация, фиксация. Ай, фиксация. Баскетбас. Поменялись. Эй, поменялись. Давай нам садиться. Нет, на колени, не на него. Приготовились. Поменялись. На колени садиться. Поменялись. Баскетбас. Сейчас ваша задача нижнего, уйти с этого удержания. То есть вы что делаете? Вы садитесь, одна нога так, вторая так, и не фиксируете его, просто придерживаете. А его задача нижнего. Или вас перевернуть, что лучше всего, и касаться между ног. Или же просто повернуться на живот. То есть уйти с этого положения. Ушел!
Команда Матея поворачивается из стола. То есть первый номер уходит, второй придерживает на удержание. Первый номер держит, второй уходит. Аджина. Еще раз. Пошли, первый. Еще раз ложись. Первый держит, второй уходит. Поменялись. Внимание. Так. Ты на спину, он сверху садится. Спинаря, он сверху садится. Внимание. Эй, как ты садишься? На колени сели. Оба на колени. Колени оба. Оба колена. Внимание. Нижний уходит. Мате, Катависки, ты должен делать удержание. Что ты на спину ложишь? Поменялись. Первый номер фиксирует удержание, второй уходит. Приготовились. Аджин, уходи. Уходи. Миша, два колена, что ты его не держишь? Поздно уже, все, Миша. Поменялись. Первый номер держит, не дает уйти. Сели на колени. На колени сели. Не даем уйти, держим руки. Пошел. Уходим. Артур, ко мне. Мате. Почему он ушел? Почему руки не держишь? Я сказал, зафиксировать удержание. Бегом поменялись. Руки держим, а не шею. Мыны, ты не мыны. Мате, приготовились. Миша, садись, а то уйдет. Держи руки, держи шею. Прижмись, Миша. Держи, Саша, держи его. Сядь сверху, держи. Держи его, Саша. 20 секунд делай удержание. Поменялись. Ну, кто сделает удержание? Приготовились. И входим. Да, почему он ушел? Молодец, умница. Встали. Внимание сюда. Следующее упражнение. Миша, в стойку. Лапи чуари. Завяжите хорошо пояс, заправили кимоно, сверху пояс, и вот этот узел ставим сюда назад. Заправились, и узел, да, завязали пояс, а потом повернули узел и напой назад. Задача простая. Постараться развернуть пояс, чтобы узел оказался на месте. У партнера. Готовы? Внимание. Поправили пояс. Так, и еще.
Давайте так, если один стойкий, а другой в партере лежит, то ты говоришь о том, что он проиграл. То есть постарайтесь оставаться на ногах. Ага. Приготовились. Аджуры. Матея, поправили пояс. Поправили пояс. Пояса поправили. Так, Саша перешел к Мише. Даниил перешел туда. Дан перешел к Ливию. Николай перешел к Андрею. Котовицкий перешел к Максиму. Котовицкий перешел к тебе, а Максим перешел к Каталине. Приготовились. Внимание. Окей. С ним. Пояс назад. Пояс надо повернуть. Повернуть пояс надо сюда. Ну, бросать. Пояс повернуть, Андрей. Проиграл Андрюха. 1-0 в его пользу. Отпускай. Еще раз назад. Мате? Так, Саша, Миша поменялись. Один, кто не был? Я. Да. А Саша, идешь к этому. Николай, идешь к Дану. Дан. Сюда. Дан, Николай, туда. Ты идешь к Ливию. Ты с кем из них не был? С Каталином был, да? Да. С Котовицким был? Нет, вот ты идешь к Котовицкому, а и он идет к Каталину. Я был с Каталином. Ты идешь с Каталином. А я был. Был. А с ним? Ну вот вы вдвоем, все приготовили. Внимание! Стали, поворачиваем пояс. Сашенька, аккуратненько, хорошо? Поаккуратнее. Мате, следующее задание. Левый в высоком партере. Партерсов. Андрюха зашел назад. Вот так. Значит, по команде Левию должен встать, а Андрей не должен надавать вставать. Аджимы. Вставай, Левию. Нет, вставай. Левию, встань в стойку. Стоп. Мате. Значит так. Первый номер. Можете на нем сидеть, лежать, что хотите. Приготовились? Первый держит, второй встает. Внимание. Аджимы. Молодец, встал на ноги.
Gheorghe. Mate, v-ați schimbat. Numărul 2-lea. Ace. Давай, давай, держи его, держи, вставай, Катерин, Елису. Стоп! Матер! 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 Если встал, то вы просто меняетесь самостоятельно. Аджи. А если встал, то тебе... Нет, встал полностью, выпрямился, да. Данил, ты сюда идешь к Мише, ты идешь к Саше. Встать, встать в стойку, все, поменялись. Переодевайся, хорошо. Эй, Лена, так не надо держать. Брысь отсюда. Поменялись. Меняемся. И сразу Хаджиме. Хаджиме, вставай, Саша. Матея, в стойку. Стоп, иди сюда, иди сюда. Дай пояс. Посмотрите внимательно. Иди сюда ко мне. Юнкоч. Значит, что мы сейчас делаем? Раз пояс пополам, поворачивайся. Я вот этот пояс вперед уже поставь и узел. Поверни. Теперь смотрите. Иди сюда. Вот этот пояс вдвойне и сзади вот сюда продеваем. Ты его защищаешь, тебе надо его вытащить. Да, а ты защищаешь пояс. А ты должен вытащить. Вот ты. Приготовились? Поставь пояс. Так. Каталин Катавицкий. Да. Каталин Катавицкий. Вы вдвоем. Готовы? А что надо делать? Зачем что? Он должен вытащить пояс. Готовы? Матей! Я не понял. Может, мы еще на улицу все побежим? Еще раз. Посмотри внимательно. Значит, у каждой пары вот ваши два ма. Раз, два. Два тотальных. Если вы уходите, я двоих. Вот так, вот так. Вот это, вот это. Приготовились? Ваши вот два. Вот ваши два. Ваши вот эти два. Встань. А ваши? Вот эти два. Вот эти два. Эй! Отпусти его. Катерина, отпусти его сюда. Что, как? Все нормально он поставил. Что тебе не нравится? Что тебе не нравится? Что? Что? Что тебе не нравится? Объясни. Вот он поставил. Твоя задача вытащить пояс. Что здесь непонятно? Нормально поставил. Пошли. Пошли. Да-да, здесь Катерина, Аич. Аич! Еще раз так! Вытащил, еще раз так! Поменялись! Да нет, дергай, что ты дергаешь? Объясни мне. Вытащи спокойно.
Чем ты недоволен вечно? Вот ты посмотри, ты приходишь на тренировку, ты не улыбаешься. Ты чем ты недоволен? Тем, что с католическим поставил. Тем, что там. Тем, что здесь. Улыбайся, все будет хорошо. Ты когда будешь драться с кем-то? Вот я чуть ли не одеваю. Приготовились? Ты ж спиной к нему повернулся. Ставь ему лицо. Да сними ты это. Сними это. Матери, ушли, сели, одели пояса. Значит, сейчас берете партнера. Иди сюда, Андрей. Берете, почему поясы завязаны? Стали все пояса завязали. Поправили. Завязываешь неправильно. Иди сюда. Значит, еще раз. Поклониться, взять захват. Взять захват. И идем назад. Идем, 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 идем. Идем дальше. Раз, нагружаем и делаем бросок. Давай. Сюда. Затем. Значит. Я сказал, сели вот сюда. Самое главное в борьбе. Все, закончили разговор. Значит, еще раз, вот два мата. Я бросаю туда, он упал, я что, поднялся, взял захват, бросаю его сюда. Значит, те, кто бросают здесь, здесь. Значит, вторая пара не здесь, а находится здесь. То есть, если они бросили, то есть, если одна пара здесь, вторая здесь, вы ударитесь. Поэтому одна пара с этой стороны, одна пара с этой стороны. Одна пара здесь, одна пара здесь. Что делаем? Ничего сложного нет, как выведение равновесия. Становись, ручку. Берем захват и идем. Делаем раз, два, три. Дальше. Нагружаем, посмотрите, нагружаем. И разворачиваемся. Оп. Давай. Опять берем захват. И опять, смотрите, раз, два, разворачиваем стопу и нагружаем. Оп. Давай. Да? Тяжело вставать, да? Ничего, зато ноги будут качаться. И раз, нагрузили, нагрузили. Оп. Аджина, пошли. По 30 раз. Первый номер делай. Не 30, 50. Чем за счет? Первый номер, чем за счет? Винкор. Так, сверху, да. Так, да. Да, иди туда. Так, иди сюда. Идите сюда. Встаньте. Что вы там делаете? Вот ваше место. Так, иди сюда. Катерина, где твой партнер? А кто его разрешил? Идешь сюда. Ты идешь сюда. Аджина, пошли. Пошли, да. Пошли. Что вы делали? Пошли, пошли поведение. Поведение не это. Что ты хочешь? Да, вставай! Чин за счет! Что здесь делаете? Паши, отвари, отсюда сюда.
Значит так, ты делаешь это три раза, поменяйте суд в присутствии. Не забывай, что нужно развернуть. Сюда, на меня. Это, чтобы вы знали, фотография. Дой, трей, патру, чинч, шасе, шахте, оп, ну, доузиш, уну, дой, трей, патру, чинч, шасе, шахте, оп, ну, трезиш, баски-баски. Внимание!
стоп, стоп! Стойте вот сюда, вот здесь. И не дай Боже, что делать с меня. Эй, боец, ко мне его мальчик. Аич сюда, лицом туда. Иди сюда, Аич! Вот так. Ко мне сюда, вот туда. Вот туда бегу. Лицом туда встань. Вот здесь. Ко мне, вот сюда. Вот сюда. Ближе сюда. По команде. Катавинский, готов? Ложись. Внимание. Пасва. Уно. Дой. Три. Патру. Чинь. Шаса. Шапта. Оп. Ну. Зечи. Уно. Дой. Три. Плохо делаешь. Три. Патру. Чинь. Шаса. Шапта. Оп. Ну. Дой здесь. Уно. Уно. Дой. Три. Патру. Чинь. Шаса. Шапта. Оп. Ну. Поменялись. Как только смотришь, ничего туда не могут сделать. Как отвернешься, они уже сделали. Приготовились. Джин. Уно. Дой. Три. Патру. Чинь. Шаса. Шапта. Оп. Ноу. Руки. Здесь. Уно. Дой. Три. Патру. Чинь. Шаса. Шапта. Оп. Ну, дождь, уно, дой, три, патру, чинь, шаса, шапка, оп, ну, третий, поставили и вот здесь построили. Вот здесь встали, в одну линию. В одну шеренку построили. Большие туда, маленькие сюда. Аич. В одну шеренгу! Линия! Вот так, Саша! Вот так! Вот так! Смотрите! Рядом! Рядом! Значит так, на расстоянии вот так поставили руки, разошлись чуть-чуть. Еще. Андрей, что ты хочешь туда сюда? Еще чуть-чуть, Миша, еще. Еще. Вы туда перешел, ушел туда чуть-чуть. Значит так, ваша задача. А, мы сделаем сейчас даже по-другому. Значит так, отсюда, сюда, нужно сделать 10 прыжков. Я считать буду. Вначале прыгайте не так, но 5 раз присесть. Приседание, что за это? Слушай, уно, дой, три, патру, чинь. Смотри. Вот эта компания, вот это вот. Перешла вот здесь, встала на линию. Туда. 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 Нет, ты остаешься здесь. Пошире встали. Итак. Вы дальше туда, назад. А вы здесь, назад. Итак, вечер. 10 прыжков надо перепрыгнуть вот этот мат, 2 метра. Пошли, пошли. А еще раз, еще прыгаем. Миша, раз. Не вижу больше. Там два. Ну, прыгаем. Прыгаем. И кувырок, и прыжок. Не вижу. Нет. Иди сюда. Поворачивай. Я что сказал делать? Эй, что ты с разбега? Встал с места и с места прыгнул. Пошли. Вот так. Выйдешь потом на физкультуру и обосрешься. Кто спросит, чем занимаешься? Тебя кто тренит? Где там только колодец-то? Ты в шок твой тренер. Прыгать не можешь. Посмотри, блядь, твой здоровый, не можешь перепрыгивать. Дай! Не будешь прыгать, сейчас получишь у меня заказывать прыжок. Что стоите? Я закончил. Не знаю, делаем. Раз, Миша.
как толкаемся. Пошли! Пошли! Иди сюда. Ты что делаешь? Так я не вижу. 1,50 м это не для тебя. Вперед. Еще раз напишу. Что стоит? Еще 10 прыжков все делаем. Раз прыжок. Два. Три. Приготовили. Стоп. Встали. Становись. Готовься. И три. Стоп. Ты становишься вот так и перепрыгиваешь. Зачем? Объясни. Приготовились. Да, нормально. Будешь знать, сколько прыгаешь. Четыре. Даниэл, ты одной ногой нельзя сразу двумя. Приготовились. Пять. Что ты, Катавицкий, не можешь на ногах стоять? Приготовились. Шесть. Б, а если ты на асфальте прыгаешь? И семь. Приготовились. Восемь. Приготовились. Девять. Так, Николай, ты видишь? Да. Не надо делать шаг 50 сантиметров и прыгать. Вместо двумя ногами. Последний раз. Десять. Легли на живот. Легли на живот. Вы здесь, а вы здесь. 30 раз хлопком в лотерь. Пошли. Уно. Давай. Стоп. Я не понял. Мотель. Вы что? Вот каникулы были. Что делали? Утром, в обед и вечером перед жратвой делали отжимания, приседания, пресс, потом только кушать. Еще раз, не можешь, встань вот так на колени и раз, раз, можешь, значит полностью. Паджимай, пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, отталкиваемся, семь, восемь, девять, что на животе лежишь? Десять. Уно. Стой. Семь. Патру. Чинь. Шарте. Шарте. Оп. Ну. Сечи. Считается трех вот здесь построиться. Уно. Стой. Три. Мате. Легли на живот. Легли на живот. Еще 10 отжиманий. Пошли. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Работаем все. Семь. Восемь. Девять. Быстрее. Десять. Вот здесь в одну шеренгу. Становись со мной. Ставь на трех. Раз. Два. Три. Это колонна. Стоп. Стоять, не двигаться. Это у нас рука какая? Правая. Как ты правый либо ровно? Дряк! Так! Раз, два! Видите, опять одного не хватило места. Вы должны быть на расстоянии. Иди сюда ко мне, да? Тихо, в колонне, да? Если в колонну стоите, то не надо вот так. Мы не голубые, мы зеленые. Расстояние вот должно быть. Объясняю почему. Дальше, налево, направо поворачиваем. Да? И видите, как вы стоите? А когда вы стоите близко, поворачиваетесь, вы друг друга толкаете, нет строя. И мешаете друг другу. Так, ушли сюда все. Легли. Три. Легли. Раз, считаем. Два. Три. Есть отжимания? Пошли. Уно. Два. Три. Патру. Здесь, в одну шеренгу, считаем до трех. Раз, два.
Ну ладно, Саша. Правильно они встали, это шеренга. Как и в Румынии. Дум-дум. Как? Чищ, шапка, оп, ну, вечер.